момент для броска. Сейчас хоккеист Лока, и вот его находит. Настоящий Дарин играет. Сейчас как опасно было. Ух, силовое Чужина. А вот и его настрой. Атланта чужим воротом. А вот ответ Лока. И спасает Ботов свою команду. Перехват Лещенко. Ждут от него на самом деле заброшенных шайб. И вот момент может возникнуть. Рот начинает атаку, но шайба сходит с крюка. И в падении здорово сыграл Валеев. И как плес на игру в неравных составах. А этот элемент очень активно отрабатывается на тренировках. Никулин вот так вот обходит и с броском завершается дело. Но попал по счету. В обороне, а теперь Селезнев, бросок, и вот собственная контратака. В одну в другую сторону хоккей у нас с вами, много бросков, это здорово, игра динамичная. Назарова. А вот тут Назаров, хороший бросок, и 0-1 в пользу Лока. Костя открывает счет в этом матче. Ну, тут говорится, на усмотрение защитников, потому что они не доглядели, не успели за нападающим Лока. А тут, по сути дела, оказался-то один. Триянов. Хороший пас, и Ботов спасает свою команду, да. Зажали, зажали. Зоне бросок. Здание. Бросок и на себя принимает шайбу. Ой, а тут бросок тут получился. А вот тут перехват. А тут и с броском завершается. И уже 0-2. Илья Николаев. Ой-ой. Дальний угол ворот. И 0-2 Лока ведет. Да, сильный бросок низом. Прямо в пальду шайба. Просвистела, как пуля. Бросок в дальний угол. А вот добивание, тут и Ботов. Ботов спасает. Да, я думаю, даже сейчас одна заброшенная шайба вышла. Полегче бы сказалось. И вот она! Потрясающий гол Игорь Шмелев! Открывает счет своим голам в этом сезоне. И куда интереснее становится наш матч. Да, вот так у нас эпизод решился. Шмелев забрать эту шайбу. И также расскажу на шайбе. Не хотел. А тут перехват. И класс. Вот так вот шайба оказывается в воротах. И Степан Никулин. Но... Забивают, как и вчера отличился, и сегодня второй встреча подряд на Рине Матище. Он забивает. Правда, забивал он вчера влево.
цель вправо. Теряет момент для Лукашевича. Раскатали как! Вот он, да, действительно, хорошо среагировал. Убежать, но пас был на него неточно. Игроки Локова прервали его от пятака. Как опасно. Шмелев, опять заброшенный шайбу сегодня. Игорь Шмелев. Фадеев на наших экранах крупным планом. А вот и болельщики Атланта. В хорошем они настроении, верят в успех. Атлант в атаке. Вот броском завершается. Делай бросок и шайба в воротах. Да, Артем Канаев зарядил от души капитан. Капитан и должен сейчас вести свою команду за собой, но я уверен, там был рикошет, нужно смотреть на повторе, от кого же шайба полетела, ворота, 2-3. Да, ну да, на самом деле изначально давай отметим бросок. Хороший бросок, ты цельный, сильный, более-менее был удаление, но нет. А тут бросок. И без клюшки сейчас выезжает Некрасов на пятак и принимает шайбу на себя. Гоняющими, вот момент. Кораблев, ну... Вверху. Там затекла она у него. Пас на пятак и держит шайба. Шайба... На ворота.